его бойцы называют себя православной армией. Сейчас они на передовой готовятся противостоять украинским военным, которые стягивают силы к Донецку. Подробности в репортаже Артема Кола. Охрана блокпостов и проверка автотранспорта – это сейчас одна из самых главных задач ополченцев. Но если украинские военные все же начнут карательную операцию и против Донецка, здесь их танки первыми встретят солдаты православной армии. Этот блокпост на юго-западе Донецка – первая линия обороны города. Буквально в километре, вон за теми деревьями, находится уже тяжелая техника украинской армии, которой с каждым днем становится все больше. Блокпост спешно готовит к атаке Нацгвардии Украины. На дороге бетонные блоки и мешки с песком. На обочине броневик. Правда, уже без вооружения и двигателя. Муляж. Машину давно списали на металлолом, но в условиях реального боя, который здесь может начаться в любой день, пригодится все. В это время Донецкая православная армия тренируется в тире. Вот так готовит новых солдат, которых набрали из числа жителей города. Ежедневно в ополченцы записываются сотни человек. Проблема только с вооружением, вот, но знаем, что придется там оружие добывать в бою. Вот где-то что-то с кем-то там делимся, с партизанскими отрядами, там, если какие-то совместные операции проводим. Вот. Ну, больше в бою, скажем так. Часть оружия там с воинских частей отсюда, с Донецка, попала к нам. Часть оружия передала милиция. Михаил, его позывной «Пятый», командир православной армии. Несколько месяцев назад с соратниками решил он создать такой отряд, который будет защищать православные храмы и веру, на которую киевские политики устроили гонения в последнее время. Но численность солдат быстро выросла до целой армии. Сейчас под триколором с христианским крестом в обороне городов Юго-Востока задействованы более 5000 человек. Сам Димитровский шахтером был. Внутри что-то подсказало, что надо идти на защищать, воевать. Хорошо, посмотрим транспорт, встречаем, провожаем. Змей в ополчении уже несколько месяцев. Уволившись с шахты, приехал в Славян защищать город. Недавно его перебросили в Донецк обучать новобранцев охране блокпостов. Змей уже опытный боец и поэтому руководит всем блокпостом. Сюда сегодня приехал главнокомандующий православной армии Михаил пообщаться с ополченцами и выяснить, что нужно солдатам на боевом посту. Такие блокпосты ополченцы спешно строят сейчас на всех дорогах, ведущих Донецк. Особенно усиливают западные окраины города, откуда, вероятнее всего, и начнется наступление.